Sangsar sindhu uttarani hidayam yadi sad Sankirtanam ritarase ramate manusche Premam budho viharani judichitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Sangsar sindhu uttarane hidayam jadisa Sankirtanam ritarase ramate manushe Premam budho viharane judichitta viti Chaitanya chanda charane kurutanuragam Chaitanya chanda charane kurutanuragam Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada сказал We are going to die very shortly. Что мы очень скоро умрем. We are going to die very shortly. Our life is very short. Наша жизнь очень коротка. Within this period, и в этот период нашей короткой жизни we must settle down our demand. What we want, мы должны определиться, что мы хотим и что мы не хотим. То есть определиться с нашими желаниями. If you cannot draw the final account of your demand, то есть если мы не можем определиться с нашими желаниями, то в итоге мы совершим так называемое духовное самоубийство. Мы должны очень четко определить в этой жизни, что мы хотим и чего не хотим. Шрила Сарасвати Такур сказал, почему мы находимся в этом материальном мире, какова же причина за этим. И пока мы находимся в этом материальном мире, какая же наша обязанность, какой же наш долг в этом мире? That thing should be settled down. И вот мы это должны определить. Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху. In Navadvip Lila. В своей лиле в Навадвипе. You can find Mahaprabhu going to East Bengal. Можно найти, что он отправился в Восточный Бенгал. Сейчас это территория Бангладеша. Sri Chaitanya Mahaprabhu went there, Gauranga Mahaprabhu. Apparently the reason is totally different. He went there to, you know, for giving lesson to different students. But ultimate reason was very secret. То есть внешне выглядит, что он пошел дать какие-то уроки каким-то студентам, но внутренний смысл этого другой. И вот когда он отправился туда, Тапан Мишра был такой преданный там. Он был очень озадачен. О том, какой баджан мы должны совершать и как должны совершать, и какова же цель этого баджана. И вот насчет этих трех вещей он был в замешательстве. Но ночью in dream, he came to know, во сне он узнал, что Верховный Господь под видом учителя санскрита он приходит в твою область, где ты живешь, и вот сам Верховный Господь приходит, и поэтому ты должен пойти к Гауранге Махапрабху, к Нимай Пандиту. И он может решить все твои проблемы. Просто иди к нему, и он тебе поможет. И вот тогда этот Тапан Мишра отправился к Нимай Пандиту. И он спрашивал, как совершать баджан, какой баджан нужно совершать. Kind of поскольку есть различные виды баджана в разных сампрадаях.
authentic sampradaya also there. Также есть разные неавторитетные сампрадаи, они тоже проповедуют по-другому, говорят, что баджан нужно совершать по-другому, вот так и так. Но здесь мы видим, что Нимай Пандит, он дает полный совет. To Tapan Mishra. He's giving complete advice to Tapan Mishra that our bhajan is Krishna bhajan. И вот он говорит, что наш бхаджан это Кришна бхаджан, не просто Кришна бхаджан, а Нанда Кришна бхаджан. И мы должны знать. Что знать наверняка, что Нама Санкиртана это путь Абхидея, через который мы можем получить наивысшую цель. И вот в другой день я говорил, что Нама Санкиртан это для нас это баджан, то есть для всех обусловленных душ. Нам санкиртан это путь, то есть это баджан, это процесс садхана. Абхидея, но те возвышенные души, для них нам санкиртан он сам по себе садья, он также цель, то есть через Нам Санкиртана, что мы обретем, вот такой вопрос. И для тех возвышенных преданных Нам Санкиртан это садья. Мы можем, они, то есть это та же и цель. Как, например, из Бхагаватам я могу привести такой пример. Тапта Дживанам Кави Виритам Калмасапахам. Вот вы слышали уже об этой шлоке, что те гопи, они так и слушают о Кришне. Они слушают, говорят друг с другом о Кришне. It seems it is their садхана. It seems that it is their садхана. Выглядит, что это садхана, но нет. In Brahma Gita also you can get this kind of Гите тоже можно найти такой. Why you are coming to black this? Go! I know you are very clever. Your shrewdness I know. You cannot make fool of me. They are one what Radharani is speaking. Вот там Радхарани, она говорит, away, okay. Что Кришна может уйти от меня. Это, может быть, он может уйти, мы не можем его увидеть. Anyway, но так или иначе мы не можем прекратить думать о нем или говорить о нем. То есть but Кришна может anyway, уйти, но мы не можем перестать думать о Кришне, говорить anyway, о нем. We are bound to discuss about Krishna. Так или иначе мы вынуждены обсуждать что-то о Кришне, все время говорить о нем. Даже даже если ты скажешь забыть тебя, я не смогу забыть тебя, это невозможно для меня. That's why in Kurukshetra, и поэтому в Курукшетре, когда все в Раджавасе вместе с Радхарани, Сисаки, они собрались там. When they met Krishna, и когда они встретили Кришну на Курукшетре, from Vrindavan they are going halfway, from Dwarka they are coming halfway. Вот, то есть это полпути между Вриндаванами и Дваракой, вот на середине пути. Радхарани speaking in front of Krishna, Krishna came to meet Krishna very secretly. Они встретились. That topic is very secret. I can come to this point through Gauranga. My topic is totally different. Actually, that time, и вот в то время Радхарани сказала Кришне,
вот это слова на бенгале. You know this verse? You can remember? No? For other common people, для обычных людей, their mind and heart totally different. Их ум и сердце, они отличаются. Not parallel. То есть они не параллельны. Anir hidaya mon, mon mon bindavan, mone ko mone mone kori mani. For common people, their heart is totally для обычных людей сердце отлично, их ум отлично от сердца. То есть их обычно то, что думают, и то, что хочет сердце, отличается. А когда наш ум и сердце, они находятся на одной линии, то есть сердце, ну, ум делает то, что хочет сердце, это есть. И мы можем тогда называться настоящими преданными, иначе мы просто лицемеры, если наше сердце и ум, они не находится, ну, по пути с друг другом, они не занимаются тем же самым. Если вы очень просто сердечные, если ваш вы искренне и очень скоро под руководством чистого преданного гуру вы узнаете настоящее учение Шри Чайтаньи Махапрабху. То есть просто какими-то материальными заслугами, силой денег, власти, всем, ну, то есть никакими материальными попытками невозможно обрести знание об абсолютной истине. Но мы не сможем стать успешными, то есть никакие материальные заслуги, они не могут помочь нам. То есть нужно просто достаточно быть искренними. Это достаточно. И вот Радхарани говорит, что мой ум, он не отличен от Вриндавана. Не больше, чем Вриндаван. То есть высшие математики есть. Такое выражение, как чуть-чуть больше или чуть меньше, но нет. Радхарани говорит, что просто не отлично от Вриндавана, ни больше, ни меньше, а именно не отлично от Вриндавана. Я вижу, что ты там в Вриндаване, поэтому ты должен идти туда, во Вриндаван. И вот Шри Чайтанья Махапрабху в Гаур-лиле, сначала в Навип-лиле. Many times I used to speak this thing. В Гуралиле вы уже знаете. In Gaur-lila, Navadvip-lila, you can find. В Гуралиле можно найти. Someday Chaitanya Mahaprabhu started. Шри Чайтанья Махапрабху начал. Ну, проявлять Рагануга Баджана. Это вот первое проявление. In Mishra's house. В доме Мишры. Jagannath Mishra's house. В доме Джагнатха Мишры. First exhibition started of Рагануга Баджана. Первое проявление Рупануга Баджана началось там, но никто не понял. Просто все думали, что наш Прабху сошел с ума. Почему он действует вот так и так? After coming back from Gaya, после того, как он вернулся из Гаи, to offer funeral cake, он предложил father. Это пинду своему отцу. Now point is that is it necessary for Supreme Lord to offer funeral cake to Gaya? What do you think? Возникает вопрос, зачем он это делал, если он сам Верховный Господь, зачем он пошел в Гаю, чтобы совершить ритуал по вашим предкам. Обычные люди могут думать так же. И какая же скрытая причина за этим? Почему же Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю? На самом деле, все обычные люди могут думать, что отец умер, мать умер, нужно отправиться в Гаю, чтобы предложить им какие-то подношения. То есть для обычных людей Шри Чайтанья Махапрабху он хотел дать пример, такой пример.
So that common people, those who are having common brain, I mean, not то есть обычные люди с обычным сознанием, которые не имеют никакой духовности, они могли бы принять like you know, in Gita, его учение вот таким образом, очень простым, подобно тому, как в Гите. Кришна Бхагаван говорит о карма-йоге, о гьяна-йоге, о дьяна-йоге, о разбога-йоге. И в итоге о бхакти-йоге. Арджун говорит, почему? Почему ты говоришь мне сразу сказать о бхакти-йоге, зачем ты так говоришь о других вещах, какова же причина за этим? А потому что Кришна Бхагаван знает, что обычных людей, которые находятся на разных уровнях, и вот согласно их уровню, они могут принять мое учение. И поэтому Гита — самая популярная книга во всем мире. Самая популярная. Переведена на различные языки, я не знаю, сколько точно, но на многие, если не на все. И различные гуру, они согласно своему уровню, они объясняют Гиту, согласно своему положению, на котором они находятся, но мы не понимаем их объяснения. Мы должны принять учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, Вишванатха Чакравати Пада, Баладевиде Бхушана, поскольку они находятся в нашей наставнической преемственности. Иногда у нас может какое-то непонимание в сердце возникать. Вот в этом шлоке говорится, что есть 12 махаджан. And finally, we get in our line Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. И в нашей наставнической преемственности есть Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада. И вот суть вопрос в том, кому следовать. Дхрува Махарадж, Прахлад Махарадж. Дхрува Махарадж, Прахлад Махарадж, Бхишме. Нараде. Кому же следует? Они все 12 махараджи. Они все практикующие ачарьи Бхагаватам. Это хорошо. But their level is different. Уровень, они все на разных уровнях находятся. Даже Рупа Госвами Пад говорит. Махабхагавата. Три разных категории. Махабхагавата. Первый, второй, третий категории. Кому же следовать? И поэтому in Saragosami Stakam, we hear this point. Be careful. Nana sastva vichara naita nipuno saddharma sanstapako lokanam hitakarino tibubane manyam saranako. You know? So what is the final outcome? Under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu, и вот в этой шлоке говорится, что эти 12 госвами, то есть эти госвами, они собрали суть со всех писаний, то есть наш ум, наш разум, он очень мал, мы не можем изучить все писания. Поэтому мы должны понять, что Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур хотели донести до нас. Это гораздо проще для нас. Они собрали суть всего. И вот 12 махаджан, и во время Вайшнава Яги мы поклоняемся им также, всем 12 махаджанам. Но если мы хотим следовать Бхишме непосредственно, мы будем озадачены, поскольку Шрила Бхактивинода Тхакур сказал одно, Махапрабху немножко по-другому. Ну, это можно неправильно понять, и поэтому для нас проще всего следовать Шрила Бхактивинода Тхакуру, Шрила Прабхупаде. Махапрабху отправился в Гая.
внешняя причина такова. Final and secret reason was there. Но, то есть была внешняя причина и внутренняя причина. И внутренняя причина была в том, что он хотел встретиться с Ишвара Пурипадой. Today I come to this pilgrimage Gaya, the lotus feet of Vishnu. Today I am successful because I meet you. Я пришел в это место паломничества в Гаю и встретил тебя, и мое паломничество завенчалось успехом. Tirtha Yatra, running here and there pilgrimage, Narottama was useless. Вот Нарутам Такур говорит, что просто ездить с одного святого места до другого. Сарва-сидди Говинда-чарам. Нарутама was speaking. То есть нету особого смысла. 100% I can prove what Нарутама Такур in Kirtan, in all Kirtan, Archana, Premhoti, Jodhya, there, I can show you 100% in all Kirtan of Нарутама Такур, I can show you one by one all the teachings of Goswami there. Yes. I can show you 100%. All the Pandita Bhajan, Dara, the procedure, все учения Госвами, Рагануга Баджан и прочее, там очень таким простым языком выражено. Вы должны следовать ему под руководством чистого преданного практикующего ачарьи Шрила Бхактивинода Бабаджи Махараджа. Он всегда носил с собой только вот эту книгу Прахтану и Према Бхакти Чандрику. Только вот эти книги. Он повторял Харинам и вот читал эти книги. So this way, и вот таким образом сейчас мы озадачены, кому следовать и как следовать, поскольку в итоге мы хотим стать успешными, но надежды не видать нам. Мы хотим узнать тот точный конкретный путь. И Чайтанья Махапрабху отправился туда, чтобы получить дикшу от Ишвара Пурипады. Это была его цель похода в Гаю. И после того, как он вернулся из Гаи, этот Нимай Пандит Гауранга в доме Джагнатха Мишра, он явил первое проявление Рупануга Баджана. Вот тогда было написано эти строки. Однажды все преданные, они увидели, что случилось. Может, он сошел с ума. Он стал подобен сумасшедшему, он катается по полу. Плачет, иногда кричит. И вот таким образом никто не мог понять. И здесь тоже есть Сиддханта в этом. Сачимата плачет, Малинима плачет. Все преданные плачут. Вопрос, почему не плачут? Они... Спутники Махапрабху, они должны знать причину, почему Махапрабху плачет, а почему они не могут понять, разве они в Майе находятся? Майя? Then what? Ну, почему, no. Почему же плачет? Нет, они не в Майе. They are not in illusion. They are not in Maya. That Mahama, but Mahamaya is not there. То есть Махамая не влияет на них. My illusion, there is Jogmaya playing actually. Mahamaya is not there. Anyway, Jogmaya playing. The duty of Jogmaya is to decorate the Lila Prabhu. Anywhere, be it in Krishna Lila, you can see Putana coming in front of Krishna. Делает Махамая, поскольку обязанность Махамая украшать Кришна Лилу, как, например, в Кришна Лилу. Путана откуда-то взялась.
जहां कृष्ण कहां नहीं मायावादी का хотя от Гуваги мы слышали что где Путана can get entry into Vrindavan in front of Krishna what is the reason как так получилось что Путана появилась в Враджадаме как Джогмая playing this Otherwise, it's the duty of Yogamaya to decorate the whole Leela. Объясняет, что это Йогамая, она украшает Кришна Лилу таким образом. And Vimukjana Vimohinimaya, two type of Maya there. То есть есть два вида Майя. For them one kind of Maya, sometimes acting, там Майя для них, она может действовать каким-то особым образом. Yasoda looking inside the face of Krishna, whole Brahmanda star, вот Кришна, и там она видит все Брахманды, все планеты, эту планету и саму себя. И она подумала, что, может быть, какие-то привидения усилились, молиться. Она позвала Брахмана, чтобы он провел вот Кришна путь для него. He is using Krishna mantra. То есть он использует to rectify Krishna. Кришна мантра, чтобы ну, помочь Кришне. Он думает о нем как о своем сыне, а не как о верховном господине. И вот это моя. Она придает особую сладость Кришна лили. Как, например, Дамодар лила, то есть очень. Он придает особую сладость. То есть там, где находится Йогамая, там, в принципе, не может быть. И поэтому Сачима, Малинима, все эти вечные спутники Гуранги Махапрабху, они не могут понять. They cannot understand. But be sure, that was the first exhibition started by Chaitanya Mahaprabhu, Rupananda Bhajana. After that, day by day, you can Mahaprabhu find different kind of, после этого, you know, дальше, lila of Chaitanya Mahaprabhu. Through which we have many things to learn. Мы можем очень много узнать. Each and every action of Chaitanya Mahaprabhu, we have to follow. Он учит нас своим собственным примером, и мы должны следовать этому. Вот Сивас Пандит, Гададхар, однажды если Чайтанья Махапрабху спрашивает, о Гададхар, Сивас, что вы думаете? Что вы увидели в тот день? Вы думаете, я сошел с ума? Сивас Пандит сказал, нет, я знаю. Причину, по которой ты пришел в этот материальный мир. Very shortly we are going to get all different unit changes. То есть это начало показывает то, для чего пришел на самом деле. И вскоре мы можем получить то, для чего ты на самом деле пришел в этот мир. So Chaitanya Mahaprabhu, when giving advice to Tapan Misra, дал совет Тапан Мишре. That Sankirtan is the final, you know, Obhidya Tattva. Through Sankirtan you can get everything. Sankirtan можем обрести все это. Samanda mean you will have to take Satra of one Sadguru. Samanda и Обхидея Таттва в то же самое время. If you can grow your relationship with Krishna and Supreme Lord. Суть в том, что нужно принять приближение к Садгуру. Samanda Таттва это очень обширная Таттва. Samanda Taattva is not a matter of joke. Это не шутка. You cannot even start your bhajan. Мы не можем начать наш bhajan. If you don't have the knowledge of Samanga Tattva exactly, you cannot start. Мы не можем даже начать bhajan. Шрила Прабхупада говорит об этом. То есть до тех пор, пока вы не разовьете настоящие отношения, настоящую связь с Верховным Господом, с Гурудевом, какая же связь Гурудева с Кришной, какая же связь Майи со мной, какая же связь Майи с Кришной, то есть все
ну, все мы это должны знать полностью. Completely. So if you can have, и вот если у вас есть это самбандха гьяна, знание о ваших взаимоотношениях с Гурудевом и с Верховным Господом, и тогда вы сможете начать настоящий баджан. И вот Махапрабху дает совет Тапан Мишри. Смотри, все различные сад-шастры, авторитетные священные писания, поскольку есть 6 тамасических пуран, 6 раджасических пуран и 6 сатвических пуран. И у нас нет времени. Наша жизнь, она слишком коротка. Нет времени изучать все эти пураны. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он дал нам такое наивысшее учение. То есть он собрал для нас суть всего. Те чистые вайшнавы, они не заинтересованы в разных писаниях. Но будьте осторожны. Великие ачарьи, как Чилакеша Гусей Махарадж, Шридхар Гусей Махарадж, они читают какие-то книги о Майаваде. Да, они читают, но Чайтанья Махапрабху говорит, что мы не должны ничего слушать о Майаваде. Майаваде даже. У нас нет права смотреть на Майаваде. Майаваде, если случайно увидим Майаваде, нужно сразу же пойти вместе с одеждой и принять омовение. Что это значит? Иногда, ну, бываем в Харих, я бываю в Харидваре, я вижу Майаваде, но не принимаю омовение, конечно. Но но я в уме я всегда принимаю омовение, даже по милости Гурудева. Я вижу, даже если какой-то Майаваде в одежде вайшнавов находится, я в уме принимаю омовение. Либо смотрю на солнце, это солнечное омовение получается, либо еще какое-то омовение. То есть я каждый раз, когда встречаюсь с Майаваде, я принимаю омовение. Why Kesava Goswami violating this rule? Violating this rule? But no, he is not violating. Но почему Шри Кеша Госвами Махарадж внешне не следует этому предписанию? А почему? Поскольку для настоящей проповеди читания вани он должен знать эту майваду, чтобы ее разрушить. Иначе он не сможет проповедовать философию Махапрабху майваде. Поскольку майваде хотят доказать, что они находится выше всего, что их аскезы очень сильны, что никто не может с ними сравниться по их силе баджан. Даже так, если просто посмотреть на Майаваде, то можно увидеть, что на Майаваде очень аскетичны. Но согласно учению Гуранги Махапрабху, мы должны знать это все. Асатсанга means? Асатсанга значит. Йошисанга тяги вайшнавача. I can explain this point someday, tomorrow or today, but time is very limited. Это тему я объясню более подробно дальше. We must try to understand this point. Согласно учению Гуранги Махапрабху, мы должны понять это, поскольку если внешне посмотреть на Майаваде, они очень аскетичные, никто не может сравниться с ними по их аскетичности, но согласно учению Шри Чайтанья Махапрабху, их аскезы, они все бесполезны. И те Майаваде, those who are Mayavadi,
their topmost Yashit Sanghi. Yashit, I was discussing this point, 1 month ago, I think, in my... Yashit Sangho Tagya Vaishnava. Sri Sangho or Krishna Bhakto, Krishna Abhakto, those who are not devotees, their Sangho. In Rasamrita Sindhu also, в то же самое время в Майвайде они совершают три сангу и... Inside a cage, and if there is fire all around, Rupa Goswami was thinking, me inside a cage, and they, if there is fire all around, still I can try to leave. No. Reaction in my heart, even maybe in body. Varam hutavah jala panjarantar vyavasthiti. Same thing, you go same. It's quoting from some place. Better I can stay inside a cage and there is fire all around. I can bear that thing. But I cannot bear if I have the chance to see a Mayavadi. They are the topmost Yashit Sanghi. They never talk with any woman. То есть Майвади, хотя они не говорят, но ни с какими женщинами, но не в то же самое время являются самыми этими Yashit Sanghi. If you can sees my god sister, today sees your god sister, maybe tomorrow she can become your wife. I cannot believe you. Only these two relations should be there. Either mother, you are my mother, or my, you know, наши отношения, daughter. Ну, к женщинам должно быть в двух вариантах, либо должны относиться как к матери, либо как к дочери. Но Майвади, несмотря на то, но они даже не говорят ни с какими женщинами, но Шрила Прабхупада все равно говорит, что они Yashit Sanghi самые, поскольку Yashit значит это склонность к наслаждению. Пратишта, то есть склонность к получению славы, уважения и прочего. То есть Майвади, то есть хотя они не общаются с женщинами, но они очень привязаны к уважению, почету, к славе. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что они, ну, самые Yashit Sanghi. But that Mayavadi, they are exhibiting astuty and finesse. Through that, they want to prove that we are topmost. So they are Yashit mean, Kamini Yashit. Woman is also one kind of, if you have mood. And those Matajis, they have the mood to enjoy a man, is also Yashit Sangho. So this way, Yashit Sangho, different kind. То есть Yashit Sanghi, есть разные виды Yashit Sanghi. Одно из значений – это склонность к наслаждению с противоположным полом, либо к богатству, к уважению, к почету и к прочим почестям. Но Шрила Прабхупада говорит, что вы не должны стремиться никаким богатством и прочим, каким-то материальным обретением. Вы должны следовать Упадишамрите, которую скомментировал Шрила Прабхупада. И там можно найти различные наставления Шрилы Прабхупады. И также есть такая книга Бхакти Винод Вани Вайбав. Там все наставления Шрилы Бхакти Винод Такура. Вы должны изучать ее. Никто не может защитить вас, если вы не примете прибежище у Шрилы
Бхактинатаку Шрилы Прабхупады. Вы должны следовать Манашикше с объяснениями нашей Гуруаги, Шрилы Бхактинатаку Шрилы Прабхупады, Читания Шикшамрити. Рагунатху Даса Госвами, его учению. Упадешамрита, Шикшаштаке. Ну и в общем всем, всему тому наследию, что оставил нам Шрила Прабхупада и Шрила Бхактинатаку. И вот после того, как в 1914 году ушел Шрила Бхактинатаку. In the year of 1914, when Bhaktivinoda Thakur disappeared from this material world, after that, in the year of maybe 1916 or 1918, I forget the year. First, it was published. Bhaktivinoda Bani Vaibhav, you can remember? Bhaktivinoda Bani Vaibhav. First published then. After that, maybe 80 years or 100 years after, by the mercy of Gurudev and Prabhupada. После этого никто и не публиковал. Я по милости Шрилы Прабхупады и Бхактинатакура я опубликовал на Бенгали. И вот по милости Шрилы Прабхупады, может быть, в какой-то день будет переведено на английский. Я не знаю, когда. Я слышал, Нарайан Махарадж что-то опубликовал в своих журналах. Часть из этого. Не все, но это давно было. Не помню, когда, но давно достаточно. Но не все. You can get total advice. Вот you need not fight with anybody. Можно найти полные все you can наставления. Open, get all the, you know, advice by Bhaktivinoda Thakur. Все наставления Бхактивинода Такура Шрилы Прабхупады. Там есть все учение, там можно найти абсолютно все. Now you see, и вот смотрите, in Гора Лили мы находим. First exhibition started. After that, Chaitanya Mahaprabhu very shortly took sannyas, coming here in the last. Проявлять Рагану Гопасан, потом достаточно быстро принял сан'яс. И потом ушел из Навадвипа. И мы очень удачно, что можем обсуждать учение Махапрабху Сриша Санкиртан в этом месте Шрилы Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махараджа, в этом Нилачалдаме. Manifesting all secret lila. Где Махапрабху пришел и явил все секретные лилы. Get the taste of Vipralambha. Обрести вкус Випраламхи. Maybe you can fight with me. You can say Bhaktivinoda Thakur speaking English. Why? Так не говорил. We know Vrindavan is the topmost place. Vrindavan наивысшее место. Vrindavan topmost place. Really so? Разве так? Vrindavan считается наивысшим местом. Vrindavan is topmost place. But when? Но Махапрабху являл Бхаву Радхарани, это более превосходное. И первые 6 лет Махапрабху путешествовал в Южную Индию и по другим различным местам. And after that, и после этого Махапрабху was sitting in Gambhira, Махапрабху находился в Гамбхире и doing this совершал такую скрытую, ну, как сказать, уединенную лилу. И когда пришел Рупа Госвами, his life and teaching is the final outcome by Chaitanya Mahaprabhu. Because Rupa Goswami was the letter. King, don't eternal parshad. But Rupanuga Bhajan, we have no chance to speak now.
When Chaitanya Mahaprabhu is speaking that way, but when we find Priya Sarupe, Daita Sarupe, Prema Sarupe, Sahajavi Rupe, Tatan Rupe, Savilas, then we can come to know, well, Chaitanya Mahaprabhu's heart is just equal to Rupa Goswami. Сердце Сочетания Махапрабху, оно оно равно сердце Рупы Госвами. Как мы узнаем об этом? Во время Расхаятры, вы помните, когда Махапрабху с экстатическим чувством танцевал перед Джаганатхом и плакал, и тогда Рупа Госвами Пад в тот год был там. And following Prabhu is mood. Исследовал за Махапрабху. I told you for Rupanga Bhajan, those who are really interested in Rupanga Bhajan, they must follow Chaitanya Mahaprabhu. Мы должны полностью исследовать Чайтанья Махапрабху полностью. If you can understand at all, если вы поймете вообще его, Рагануга Бхаджан, поскольку тяжело его понять. Then you can get whole Lila Chaitanya Mahaprabhu. И все лилы Чайтанья Махапрабху это полное объяснение Рагануга Бхаджана. There Rupa Goswami watching. И там Рупа Госвами. By the mercy of Prabhu. По милости Господа. Он смог осознать. What is the mood of Prabhu? Какое же чувство у Махапрабху? Then after coming back. И после того, как он пришел. В Баджан-кути Харидаса Такура. Поскольку Рупа Санатан. Они настолько смиренны. Сегодня. Я думаю, тема сегодняшней харикатхи вечером Тринадхи Бисуничина. И вот тогда можно будет услышать, какое значение Тринадапи. То есть просто если кто-то внешне смирен, внешне смирен, это не значит, что настоящее смирение в его сердце. Сегодня, если получится, я могу рассказать об этом. По милости Шрилы Прабхупады. И вот мы знаем, что Шри Чайтанья Махапрабху дал нам вот эти шлоки, но Рупа Госвами после этого закончилась Радхаятра, вернулся в Баджан-кути и записал вот эту шлоку, но я ее дальше расскажу. И после этого, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел, после того, как принял омовение, Харидас Такур был там, и Сарупдамадар Рамананда Махапрабху пришли. Харидас Такур спросил, где же Руп ушел. И Махапрабху увидел какой-то лист. In roof. Ну, лист там где-то лежал. What is this? Где написано это шлока. И вот он увидел ее и сказал, что это настолько прекрасно. Кто же написал это? Рупа. Рупа написал. И тогда Махапрабху спросил Сваруп Госвами. Как Рупа он узнал, что находится в моем сердце? Как он это выразил так прекрасно в словах, то, что находится в моем сердце. И Сваруп Госвами сказал, и поэтому мы знаем, что он получил всю твою милость. И поэтому он смог увидеть, что находится в твоем сердце, и смог выразить это в словах. Same thing about Sadguru and Sadshishya. И такая же ситуация с Садгуру и Садшишьей, то есть настоящим истинным гуру, истинным учеником. То есть если вы находитесь физически за тысячи миль от вашего гуру, если вы получили полную милость Гурудева, вы можете понять, что находится в сердце Гурудева, что он хочет сделать прямо сейчас, что Гурудев хочет сказать вам, какое наставление. Вы можете, будучи за тысячи миль от него, осознать это. И поэтому обязанность всей нашей Гурварги. Какова же обязанность Гурварги? Вот в этой шлоке говорится.
third case of karma. Джену значит это третье склонение. As per Sanskrit grammar, в санскрите. The third case division. Keno, teno. Sri Chaitanya Manovishtam sthapitam jena bhutale. So duty of all our Guru Varga. И вот обязанности нашей Гуру Варги. Those are actual Guru Varga. Те, кто настоящий Гуру. Садгуру. Садгуру. Duty of all our Guru Varga. Вот обязанности нашей Гуру Варги это утвердить. And implement. И the heart of Chaitanya Manu. Sri Chaitanya Manovishtam sthapitam jena bhutale. So we can follow our Goswami, those who are Goswamis. То есть воплотить в жизнь желание сердца сочетание Махапрабху. Samananda Srivastava is coming. Now Tumhaguri must follow them. Then we can get the exact teachings by Chaitanya Mahaprabhu. Otherwise we cannot understand properly. И вот и так мы должны следовать Махапрабху, его личным спутником, чтобы узнать его настоящее учение. И вот смотрите, последние 12 лет Махапрабху совершал свою лилу. 12 лет. То есть, в Чайтанье Чайтамрите говорится, что первые 24 года Махапрабху являл лилу в Навадвипе. После этого он принял саньяс. В возрасте 24 лет. Всего 48 лет получается. 6 years going here and there. 6 лет он путешествовал, другие 6 лет. Опять путешествовал в другой части Индии. А последние 12 лет он жил в Гамбхире. Каково значение слова Гамбхира? Если хотите узнать значение Гамбхира, согласно санскритскому стиху, вы должны знать, что Гамбхира значит очень нечто сокровенное. Очень сокровенное, нечто скрытое. Находится там, внутри Гамбхиры, что не может быть выставлено перед многими людьми. Это не может быть, но... Не может быть, но, так сказать, снаружи. То есть, ну, в общем, это нечто сокровенное, что не каждый достоин узнать. Well, if I can express this mood this way, if they cannot understand by the by the blessing of Maya Devi, I am sad. Those who are devoted, they can understand my mood. They can understand the secret thing. I don't like to express this thing in front of a demonic character. Those who are demonic people. Krishna's Goswami. Speaking this way. The Chaitanya Mahaprabhu, what is the mood of Chaitanya Mahaprabhu? Какое же настроение Чайтанья Махапрабху? Chaitanya Mahaprabhu, you know, those who are Brajavasis, I mean, Navadvipasi, they are also Brajavasis. Brajavasi, Navadvipasi. Those are Navadvipasi, they are also Brajavasis. Они тоже Brajavasi. Those Brajavasis, they are going to die without Brajavasi, Guru Hari. Без Guru Hari, они... Without умирают, Mahaprabhu, также и без Махапрабху. Without Mahaprabhu, they are going to die. They cannot live. То есть эти Навадвипаваси без Махапрабху они не могут жить, как Мурари Гупта. And other things you can find so secret. И прочее. You know, explanation there about those Brajavasis. What is the condition of those Brajavasis there? Those who are staying in Navadvip. What is the condition? То есть описывается состояние тех Раджаваси, которые живут в Навадвипе. Это то же чувство, когда они жили в Абрадже. Без Кришны они не могут жить, так и здесь они не могут жить без Гуранги. Но на самом деле
When Chaitanya Mahaprabhu coming here expressing this lila, Chaitanya Mahaprabhu явился и выражал, ну, являл Саньяса Лилу, и те Враджаваси, они приходили каждый год во время Ратха-Ятры. И вот во время Ратха-Ятры было такое правило, что все эти преданные с Навадвипы, они собирались вместе, и Шивананда Сена была обязанность их привести в Нилачалдхам. Вот сейчас я хочу объяснить вам, какое же чувство их сердца. Они издалека приходят с Навадвипа, Сантипура и с других мест. Они собираются вместе и так пешком идут. То есть там не все молодые, много пожилых, детей, женщин и прочих, они вот все санкиртаны, они идут пешком до Пури. Здесь практически 700 километров до Навадвипы до Пури. Если посчитаем, будет практически 700 километров. Если мы посчитаем, сколько они могут идти, ну, идут обычно в идти не быстро, то есть километров там 15 за день, если пройдут, то хорошо. В общем, у них занимает где-то 2 месяца, чтобы просто дойти. И вот они приходят здесь, Махапрабху, Шри Читармаса находится здесь 4 месяца. То есть 2 месяца, они идут, 4 месяца находятся с Махапрабху, и остальные 2 месяца идут назад, а те 4, что остались, они просто плачут в разлуке с Махапрабху. И вот в таком, ну, положении они находятся. Если вы можете понять их настроение, их сердце, вы можете, ну, совершать баджан должным образом. То есть, если вы осознаете то, что они чувствуют, вы продвинетесь в баджане очень сильно. Даже если вы хотите войти в Кришна-лилу, это правило, установленное Шрила Прабхупадой, Бхактивинода Тхакуром и Вишванатха Чакраварти Тхакуром. Он говорит нам о Рагануга Бхаджане, и там мы можем найти тот же совет. То есть через Гаура-лилу мы можем понять Кришна-лилу. If you can understand, если вы можете понять Гаура-лилу, Гаура-лилу, then you can understand Кришна-лилу. Тогда вы можете понять Кришна-лилу. I mean, you can get entry into Кришна-лилу. Otherwise, no. И тогда вы сможете войти в Кришна-лилу, иначе невозможно. Speaking this way, Прабхудананда Сарасвати Пад говорит. Он один из них, он тот, кто совершает Рагануга Баджан в Камьяване. Гурудев Гопал Бхатта Госвами. Он, ну, происходит из Южной Индии. Он написал так много, у нас нет времени все это изучать. И вот там мы можем найти Prabhudananda Saraswati Pad. Yata yata gaura padar binde binde tohaktim kitabunna rasi tata tata utsarpati hidi akasmat radha padam ujo sudhambu rasi. Yata yata gaura padar binde binde tohaktim kitabunna rasi tata tata utsarpati hidi akasmat Radha Padam Ujo Subhan Sudham Urasi. According to degree of your inclination, согласно степени нашего самопредания, стопам Нитьянанды Гуранги через Гурудева. The more you
И вот чем больше вы развиваете вашу преданность Гуранге, Махапрабху, тем больше вы сможете понять славу Радхарани, прямо понять величие Радхарани невозможно. Мы не можем просто взять и перепрыгнуть. Гурварга никогда не позволяла нам прыгать подобно обезьянам. Никогда. You will have to become slow and steady. Мы должны двигаться медленно, но верно. So you can find there. И вот поэтому можно найти. Yatha yatha gaura padara vinde vinde to bhaktim kitopun rasi tatha tatha usarpati edi akasmad radha padamujo sudhambu rasi. Biswanath Chakravarti Pad giving nice explanation for those. Вот Biswanath Chakravarti Pad объясняет Аштакалин Лилу. Аштакалин Лила, Biswanath Chakravarti giving advice that this way, таким side образом, by side. What is the mood of Chaitanya Mahaprabhu during Sankirtan? Какое же чувство Махапрабху во время Sankirtan? What is the mood of Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu? Его чувство? In morning time, 4 o'clock. Утром в 4 утра. What is the mood of Chaitanya Mahaprabhu, 7 o'clock? Махапрабху в 7. What is the mood of Chaitanya Mahaprabhu, 10:30, 10 o'clock? 10:30. Какое настроение? What is the mood of Radharani, 2 o'clock? Ну, в общем, так он по времени объясняет. This way you see, и таким образом, смотрите, можно увидеть, что чувство Радхарани, оно полностью присутствует в Гуранге Махапрабху. И мы, Гауди, должны следовать Гуранга Лиле. In Siva Sangam, и вот после Prabhu crying, Sankirtana, taking rest for some time, a while. В Сива Сангане, которая происходила всю ночь, time Mahaprabhu crying, following different kind of mood. Because the mood of Radharani, он чувствует различные, ну, он чувствует сердце Радхарани, он чувствует все, что происходит с ней, в, ну, в течение суток. Dekhiya urono doy, Binda Devi byasto hoy. Кунже нана рабо кораило. Сукосари поддо суни. Уте Радха Нилмони. Бхактивинода Тхакур writing. Вот Бхактивинода Тхакур в Баджанарахасе описывает все это. We have the chance. И у нас есть возможность to follow следовать Баджанарахасе. Чайтанья Сикхамрита. Чайтанья Сикхамрита. But if you go through the preface of Bhajan Rasa, you can find what Prabhupada wanted to speak. Preface. In preface writing of Bhajan Rasa, what Keshav Goswami Maharaj writing. Шрила Прабхупада пишет там, что Кешава Госвами Махарадж пишет. Мы можем. Then you can understand why they are so strict. Тогда понять, почему они так. I can discuss this point tomorrow. Завтра я могу это все более подробно рассказать. Why Guru Varga so strict? Почему Гуру Варга настолько, ну, строга? Why Keshava Goswami Maharaj so strict? Почему Кешава Госвами Махарадж очень строг? Prabhupada, Keshava Goswami Maharaj don't allow you to do Jamkirtan right now. Даже не позволял нам петь. Prabhupada, Keshava Goswami Maharaj not allowing you to follow Jaiva Dharma Rasa Tattva. Why? Keshava Goswami Maharaj даже запрещал. Even Keshava Goswami Maharaj when publishing Jaiva Dharma first. Rasa Tattva, которая описана в Jaiva Dharma, то есть те книги. Rasa Tattva he cut separate. То есть те. Totally separate. То есть часть Сарасататвы он просто не издал отдельно. Totally separate. Why? What's the reason behind? Почему? Какова же причина? Some of our Guru Bhargava, they are also speaking. Well, we must under the guidance of pure devotees. Кто-то those говорит, are actually following Guru Bhargava in toto. They can somehow discuss Bhajan Rasa. They can go through Jama Kirtan.
There is a different kind of opinion. Насчет этого есть Парабхаджа Мадху Гусимадж разные мнения. Ямагитан, Кеша Гусимадж allowing, not allowing, no, not now. То есть разные ученики Шрилы Прабхупады. Кто-то разрешает пить ямакиртаны, кто-то нет. Но Шрилакеша Госвами Махарадж не разрешает. А почему? Шрилакеша Госвами Махарадж говорит, что если вы развиете вашу преданность, ваше желание служения совершенным образом, если ваше желание служения будет совершенным, а если ваше желание служения не будет совершенным, ата Кришна Амади на бхавет граджам индриой. One by one, I am giving you document example. И вот так я один за один я привожу примеры. Ата Кришна Амади. Ата Кришна Амади. На бхавет граджам индриой. На бхавет граджам индриой. Севан мухейхи дюхая мадоу. Самева спурти ада. Is written. И вот описывается in Rasamrita Sindhu, Бхакти Расамрита Синдху, это тоже говорится. Ата Кришна Амади на бхавет граджам индивей. Вот это шлока. Севан мухейхи дивхая мадоу свамева спуртяда. All your sense organs, все ваши органы чувств, if now totally engaged, если сейчас они заняты in seva, в служении totally, полностью. All of your sense organs now totally engaged in seva. Заняты в служении. Then, то тогда, and only then, и только тогда, this kind of name can appear in your tongue. Это и имя, святое имя, оно может явиться на вашем сердце, Харинам. And that pure Harinam ultimately can exhibit. Чистый Харинам. Он может явить все, все свои. Everything is there in Harinam, inside Harinam. То есть, явить все, все остальное, все лилы, все деяния, все, все, все остальное в Харинаме. То есть можно в Харинаме найти все. Harinam is so important. Этот Харинам очень важен. Рупа Госвами Пад говорит об этом. И я завтра смогу более подробно рассказать об этом. Можно увидеть, как Радхарани плачет, с каким чувством она повторяет Кришна нам и все ее органы чувств. Радхарани говорит, я хочу видеть beauty of Krishna, красоту Кришны. Krishna is Rasamrita, ocean of beauty. Кришна это океан. Ocean of Rasa. Океан красоты, океан расы. Chaitanya Mahaprabhu speaking in front of Rupa Goswami Pad in Allahabad. В Аллахабаде говорит о Рупе. Я не способен дать полный вкус этой расы, но так или иначе. Somehow we can get the taste. Я могу дать тебе представление, могу тебе дать каплю. It is my effort to give you one drop. I like to give in your tongue, so that you can get the taste. Я хочу тебе дать каплю от этого, чтобы ты получил какое-то представление об этой расе. We cannot play with this mood. We cannot play with this mood. Chaitanya Mahaprabhu expressing this mood. So Vishwanath Chakravarti must be giving advice. Вот Vishwanath Chakravarti Ashtakali Lila. Наставление о Аштакале Лили и Гора Лили, что мы можем так, следуя этим лилам, осознать то, что чувствует Шримати Радхарани. И вот в Гамбхире, внутри Гамбхиры, какое чувство Шри Чайтанья Махапрабху, оно очень важно. There you can find можно найти Шри Чайтанья Махапрабху. Enjoying the full, он, I mean the this
separation even more. Он чувствует эту разлуку, она полностью проявлена, это чувство разлуки, она полностью проявлена в Гамбхире. This way Chaitanya Mahaprabhu doing Lila. Anudghatta Dara Trayam Bhitti Trayam Uru Raghunath Das Goswami writing. Anudghatta Dara Trayam Bhitti Trayam Uru. There is a big fencing wall all around Gambhira. И вот вокруг Гамбхиры там большой забор. Но так или иначе, там и три двери закрытых на замок. И все эти севаки, они не позволяют Махапрабху выйти снаружи. Но так или иначе случалось, что он куда-то пропадал из Гамбхиры, несмотря на три двери закрытых на ключ. И на большой забор вокруг. Still, Prabhu, where gone? Но все же Махапрабху куда-то пропал. Raghunath Das Goswami writing in Stavakalpatra. Anudghatta Dara Trayam Bhitti Trayam Uru Bilanga Uchchai Kalangika Surabhi Madhya Pajita. Raghunath Das Goswami writing. Big wall is there. Raghunath Das Goswami описывает вот это все, что Махапрабху несмотря на все эти препятствия, Махапрабху ушел, и вот Рай Рамананда Сарвагосвами, они всю ночь ищут, куда же Махапрабху делся, может он ушел из этого мира, тогда мы умрем без него, что делать? И вот они ходят с лампой и смотрят, ищут во всем Нилачале, от океана до... Sometimes they find Chaitanya Mahaprabhu falling in sea. Some fisherman. И вот одна же нашли его купавшегося в океане. Тут какой-то рыбак увидел его, испугался и убежал, и говорит, что там привидение, не ходите туда. Говорил, что я ловил рыбу, но попался какое-то привидение в сердце, и я вот испугался, убежал. Мантра. Но эти преданные сказали, что у нас есть мантра, чтобы избавиться от привидения. Давай. Веди меня к нему, я прочту мантру, и гость пропадет. Он сказал, нет, я боюсь, не пойду, вот ты там иди смотри. И вот так они пришли, и видишь, что там все читание Махапрабху. All joints, you see, unlock. Ну, еще вот во время этого сатвика викара, то есть его тело, оно изменилось. Speaking, when Radharani manifesting lila, that time, that kind of dangerous in him is a speciality there. Very special. Though same thing, but still some speciality there. Now Swarupa Goswami find this is our Prabhu. Our Prabhu there in net. Then they arrange Prabhu come out. Swarupa Goswami take out from net. Увидел, что Махапрабху в сети вытащили его из сети и начали совершать санкитан. Санкитан. Then Prabhu. И тогда Махапрабху он пришел в сознание. Who is there? И кто там? Where I am? Где я? Prabhu, whole night we are searching you. И вот они сказали, что Прабху, мы всю ночь искали тебя. Somehow we find you here. К счастью, нашли тебя здесь. In sea beach. Вот на. How I come here? На берегу моря. We don't know. И как? О, Свару, why you bring me here? О, Свару, почему ты принес? Пришли, принесли меня сюда. Наслаждался. Ну и Гами, Кришны Радхарани в воде, и вы сюда меня. Another day, Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath temple outside, where the Orissa cows, small cows, they are licking the body of Govardhana Mahaprabhu, just like tortoise. Tortoise, you know? Много коров они стали облизывать Махапрабху. Very small, hand or legs and hand are gone inside, like Kurmakriti.
Там Махапрабху принял форму черепахи. Там они искали его, искали, и увидели, что Махапрабху лежит ну, снаружи Джагнат Мандира среди коров. Опять принял человеческую форму. И они дальше начали совершать санкиртан и привели Махапрабху в Дамхиру. Если вы поймете чувство сочетания Махапрабху, вы сможете узнать абсолютно все, и никто не может воспрепятствовать тому, чтобы вы вошли в Раджа-лилу. Но будьте осторожны, даже следовать. И почему Махапрабху совершает эти лилы внутри Гамхиры? Почему не почему Сочетание Махапрабху совершает санкиртан? С преданными внутри Гамхиры. Почему наслаждается эта раса только внутри Гамхиры? Читайте. Говорится. Что те внутренние спутники, вечные спутники Махапрабху, а все остальные, то есть они наслаждаются раса, все остальные преданные, он совершает нама санкиртан с ними, но через санкиртан Махапрабху получает даршан Кришны, хотя он сам Кришна, Рада Кришна. Но так или иначе, когда санкиртан совершается, Чайтанья Махапрабху сам, я могу дальше рассказать о лиле в Гамхире, вы поймете. Sometime, вот однажды over, около ночи, Govindo, уже после полуночи, Говинда, слуга Махапрабху, он очень разгневался. О, Рай Махасай! О, Рай Махасай! О, Сварупа Дамодар Прабху! Что вы говорите моему Господу, что он постоянно плачет? Вы не можете сказать что-то хорошее, чтобы Махапрабху смеялся? Что вы говорите, что он постоянно плачет и плачет? Что нет ничего хорошего, чтобы вы могли сказать, чтобы он не плакал? Говинда, он подобен ребенку. Очень просто сердечен. Говинда не заинтересован о том, что происходит в Гамхире. Он заинтересован только в своем служении Махапрабху. Пришло время просада, а Махапрабху там плачет в Гамхире, не может ничего есть, поэтому Говинда гневается. И они говорят Махапрабху, что Говинда разгневался на нас, поэтому мы пойдем, ты отдохни, и завтра мы опять придем. И вот Махапрабху говорит, что значит отдых. When you are doing sankirtan, when you are doing kirtan, when you are speaking harikatha in front of me, говорите харикатху, that is my actual rest. Это мой настоящий отдых. That time I am totally taking rest. But when you go away, you cannot understand the mood, my mood. По-настоящему отдыхаю. А если вы уходите, I cannot stay inside room. Не могу находиться внутри. My craziness is going up and up. You go away, stop speaking harikatha. Когда вы перестаете говорить харикатху и уходите, you can see the condition, вы можете увидеть, в каком состоянии я нахожусь. Я не могу находиться здесь. Я иногда чувствую, что Кришна зовет меня, приди, и я хочу уйти. Но дверь закрыта, я не могу выйти, я просто хочу выйти, но не получается. Никто не пускает меня выйти снова, выйти за пределы комнаты. И это то состояние, в котором находится Махапрабху. Если вы хотите уйти,
If you want to uplift yourself, над этим материальным состоянием, не должно быть никаких материальных желаний в вашем сердце, никаких материальных чувств. It's a must. When you are coming here in this material world, вы пришли в этот материальный мир, автоматически какая-то болезнь, материальная болезнь, баба-рог, мы подцепили ее, эту болезнь. Если вы хотите избавиться от этой болезни, день и ночь вы должны совершать санкиртан и слушать о Гуранга-лиле. No other medicine I can prescribe. То есть никакой другой. Same thing I started, the sloka I started with. Никакого другого лекарства я не могу вам предписать, только это. Вот та самая шлока, с которой я начал. Какая шлока? I started with one sloka nice. Вот я начал вот с этой шлоки. Сансара синду тарани хидаям джадиса Санкиртанам ритарасе рамати маноси Премам будхо вихаране джади читта бити Чайтанна чанда чаране курута нурагам Чайтанна чанда чаране курута нурагам. Who write it? Кто написал эту шлоку? Прабхудананда Сарасвати Пад. Прабхудананда Сарасвати Пад. Сансара синду уттаране джади хидаям джади са. At all, if you want to go out of this material world, материального мира, out of the influence of these three modes of nature, под влияние трех гун материальной природы, хидаям джадиса, санкиртанам ритарасе рамате манасе. And by chance, if you are lucky, that you are getting full enjoyment through sankirtan, this condition. Вы обретите вкус к санкиртане. Чет, чет, санскрит word. Чет. Чет. Санкиртанам ритарасе рамате маносчет. If your mind is totally getting enjoyment, if your heart and mind dancing fully, санкиртан, если ваш ум и сердце, он then you are lucky. Нравится совершать санкиртан, то тогда вы очень удачливы. You are going to go out of this material. И это значит, что пришло время избавиться вам от этого материального рабства. И тогда вы сможете совершать харинам санкиртан. Тогда. So, и вот Прабхудананда Сарасвати Пад пишет. Санкиртанам ритарасе рамате маносчет. Премам будхоу бихаране йоди читта битти. If you want to swim in the ocean of prema, переплывать в океане премы, in the ocean of prema, you like? Then you will have to. И тогда вы должны. Сансара синду тарани хидаям джадиса санкиртанам ритарасе рамате маносче премам будхоу бихаране йоди читта битти. Чайтанна чанда чаране курута анурагам. Чайтанна чанда чаране курута анурагам. Ванча калпата руси ке пасанда бабача. Пазитанан бабана бабашна бьянама. If you have any question, no? I give answer to all questions that is supposed to come.